Приветствую вас, дорогие друзья. С вами я, Анастасия Ча. Сегодня 25 августа, четверг. И это ежедневный обзор по основным валютным парам. На экране сегодня, сейчас у нас пара доллар-франк. Значит, что я ожидаю сегодня по этой паре? Как я и говорила вчера, повторюсь, что недельный тренд развернулся и стал восходящим. То есть мы идем вверх, как вы можете видеть. Вот, протестировал, и отсюда мы пошли вверх. Дневной тренд пока еще тоже вверх, хотя мы сейчас идем вниз. Я думаю, что мы идем тестировать вот разворотную точку дня. Это 96 540. А сейчас видите, сколько и вчера, и сегодня еще тестируем, и никак не можем ни выше закрепиться, ни ниже. Это месячная линия, линия месяца. Все зависит от того, сейчас именно в ближайшие часы закрепимся мы вот выше этого уровня. Если закрепимся выше, вот мы пойдем дальше, выше 966 88, пойдем. Значит, цель следующая вот здесь, 968 18, здесь и, возможно, даже еще выше. Вот. Если нет, я повторюсь, что тренд на днях тоже восходящий, но пока что, видите, мы идем вниз. Все зависит вот от этого уровня. Здесь пробьется, закрепится, значит, пойдем вверх. Пока что мы еще идем вниз. Вот. Кто на минутках, смотрите здесь, видите, мы тестируем линию месяца. Будьте внимательны, что сейчас возможен откат сюда, вот сюда, на вот 966. И дальше уже видно будет, закрепимся здесь, продолжение выше. Вот такие ожидания по паре доллар-франк на сегодня. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я благодарю вас за внимание, желаю хорошего, удачного дня, большого профита и всего-всего вам самого-самого. Пока-пока.